Так, всем привет. Я думаю, многие замечали, что сверху вот здесь вот шторки есть изображение человечка. Ну, это идиоту понятно, что туда можно как-то что-то поместить. Сейчас я вам покажу, как это делается. Ну, на нее хоть утыкайся, он ничего обычного не пишет. Опачки, появилась надпись. Ладно, в большинстве прошивок он пишет просто, такого контакта не существует. Рассматриваем случай с обычной прошивкой. Что тогда нужно сделать? Нужно найти в галерее, ой, в менюшке с приложениями, в пункте «Контакты». Открываем. Открываем. Пункт «Все контакты». И вот здесь сверху есть «Настроить профиль». На самом деле, если приглядеться, там стоит буковка «Я». То есть это личный профиль. Настроить его нужно именно его. И вот сюда вот попадаете вы в большинстве прошивок. Ну, как видно, Е7. Крутой телефон, там сразу это открылось из верхней шторки. Соответственно, здесь заполняете то, что вы хотите. Ну, я заполню, соответственно, как хочется мне. Ну и домашний номер от греха. Сохранили. После этого он там появился. Но у меня нет фотографии, значит, нажимаем «Сфотографировать». Разворачиваем, делаем фотку, подтверждаем, все, появилась фотография. После этого, когда будете опускать шторку, нормально. А что это? Вот второй, вроде бы был плюс в этой модели, да, а теперь минус. Тормозит, что ли? Ну, значит, в данной модели еще и перезагрузить придется. Обычно как бы до перезагрузки сразу фотка меняется. Сейчас проверим. Интересно все-таки, получилось или не получилось. Ну, а так, большинство вещей на андроиде делается очень просто и легко. Нужно только догадаться. Сейчас мы проверим, успешно мы выполнили данную операцию или не очень. Кстати, сейчас новый формат моих видео, как говорится, на коленках. То есть, когда за камерой идти лень. А показать что-то вспомнившееся и годное для видео хочется. 16 часов. Как ни странно, видео пишу на БВ-6000. Ну давай уже, люди ждут. Люди, конечно, могут перемотать, а я-то нет. Не-а, не обновилась. Нормально живем. Ну ладно, короче, в большинстве прошивок, поверьте, здесь появляется фотография. Ну, в данной прошивке почему-то нет. Ну вот такой вот он Е7. Он не хочет даже простейшие вещи делать. Ладно, поверьте, если вы такую манипуляцию сделаете, у вас там появится ваша фотография. Очень миленькая, но будет.